первая председатель Европарламента, первая женщина на посту европейских выборных органов, первая женщина министра французского правительства, борец за принятие закона, легализующего в Пятой республике аборты. Симона Вейль, известный французский политик и общественный деятель, умерла в пятницу в возрасте 89 лет, не дожив до 90-летнего юбилея двух недель. В 16 лет Вейль была депортирована в нацистский лагерь Освенцим, а десятилетия спустя сыграла решающую роль в раскрытии правды о судьбах французских евреев во Второй мировой войне. Только в 90-е годы прошлого века, во времена президентства Жака Ширака, Франция признала свою ответственность за депортации. Тогда же Вейль возглавила Национальный комитет памяти жертв Холокоста, оставаясь его почетным председателем до конца своих дней.